Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым расширением, работает только 3 дня и пользователей уже за 3 дня 2250 человек. Ну и пошли уже первые выплаты. Называется ftsr.ru. Реклама и заработок. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываете имя, логин, имейл, пароль. Вставляете буквенно-цифровую капчу, прописываете, нажимаете зарегистрироваться. И попадаем в кабинет. Значит, здесь вот я прописала имя, фамилию, в скобках логин. Это основной счет на вывод у нас идет. Значит, вывод на Payeer кошелек. Минимальная сумма вывода от 2 рублей. И вывод средств производится в ручном режиме. Заявка проверяется в течение суток. Максимальный срок проверки 1 рабочий день. И на Яндекс это скоро будет. Буду добавлять Яндекс. Далее идет рекламный счет. Это для тех, кто будет рекламить свои проекты. Пополнять не обязательно. Заработок на полном пассиве. Яндекс выбираем. Payeer выбираем как бы. И пополняем баланс. Далее личный кабинет у нас. История авторизации. Мои сообщения тут пусто. Мой профиль. Ну, здесь ничего такого нет. Имя, фамилия. Я поставила пол женский. Дата рождения, Россия, тут как бы это все обновить, ну и пароль сменить. Далее финансы, здесь также ничего нет. Вкладочка «Мои рефералы» находится наша партнерская ссылочка, баннер. Сразу URL. И партнерская программа, 3 уровня, 1, 2, 3. 30%, 10 и 5 вот здесь вот. Так, и зарабатывать. Я только, друзья, зарегистрировалась. Вот с вами делюсь. Я еще ничего не устанавливала. Браузерное расширение. Установить на Chrome, Opera и Яндекс. Ну и у меня с Chrome. Давайте установим расширение. Все в режиме онлайн. Так. Вот как оно будет выглядеть. Клик «Установить». Установить расширение. Вот оно скачивается. Давайте подождем. Расширение. Вот оно. Кликаю на расширение. Нет. Так, вот сюда, вот на этот значочек. И надо искать расширение. Вот оно, наше расширение. Вот сюда я кликаю. Вот оно встало. И теперь на значок я кликаю. Введите логин и пароль. Ага, сейчас поставлю на паузу и после продолжу. Так, логин, пароль, отправить. И все. Вот. С расширением можно попасть. Так, показ рекламы остановлен. Кликаем, показ рекламы включен. Все, у меня расширение работает. Кликаю сюда и я попадаю опять в личный кабинет. А вот оно, наше расширение. Сейчас это закрою. Вот оно. Ждем вот. Сейчас посмотрим, как оно будет. Ага, 409. Так. Вот, кликаем. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ага, смотрите, 2 копеечки капнуло. Вот такое вот расширение. Так. Зарабатывать я вам показала. Рекламировать. Здесь можно только вот в расширение. Добавить рекламу, значит, реферальная ссылочка, название, описание, время просмотра. Кликаем, выбираем, сколько нужно. 5 секунд, 2 копейки. Так. Здесь кликаем, нажать пополнить. Сюда сумму. Так, здесь регион. Показы, добавить регион, если запустить показы, сохранить. В общем, ничего сложного нет. Это для рекламодателей только. Здесь поддержка.
ваше имя, email сообщение отправить. Ну, в принципе, и все. Все, финансы это я вам показала, зарабатывать показала, рекламировать показала. Вот такое вот расширение. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. У меня этих расширений, особенно в правом углу, блин. Это вообще. Здесь у меня вот ТСФАС 89 рублей. Здесь у меня где-то с полтинник. В этом уже недавно, вот буквально на днях я вводила 100 рублей, мне уже 55 рублей. Ну и еще плюс там у меня есть расширений много. Вот, ну, одним больше, одним меньше. А на полном пассиве можно и подзаработать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.